как пересадить взрослый куст ягодников, крыжовника или смородины. Значит, вопрос получается такой. Есть ли смысл в пересадке? Сколько лет кусту? Если ему 3-4 года, это как бы еще ничего. А если ему уже 6-7 лет, какой смысл его пересаживать? Он уже постаревший куст. Значит, мы с вами рассмотрим два варианта. Вот первый вариант. Кусту 3-4 года. Вам не хочется его терять, вы его любите, этот куст, все. Значит, для того, чтобы сделать пересадку, начать надо с того, что выбрали новое место и подготовили яму. А посадочную яму, по правилам, надо хотя бы за месяц готовить. За месяц до пересадки или посадки. Для чего? Для того, чтобы почва там осела, чтобы потом не утягивала вниз оседающая почва. Значит, для ягодников ямы не очень большие копают, где-то 30, 40, 50, вот так вот сантиметров в диаметре, 60, зависит. Ну, раз куст большой, так вы рассчитываете, что у вас не только центральная часть, но и часть корней должна быть. Может быть, вам придется копать яму и 80 сантиметров ширины. Так по своему кусту решать. На корни-то надо место, а сам куст может у вас уже 40 сантиметров основания. Значит, надо еще добавить, да? Выкапываете яму. Яму лучше копать не квадратную, а круглую, потому что в ней более равномерно будет оседать почва. Если яма квадратная там или прямоугольная, то по углам оседание идет другое. Ну, как-то вот принято для посадки такие ямы. Раз. Почву вы заранее там подготавливаете, смешиваете с удобрениями, как положено, да? Теперь, когда вы яму приготовили и уже решили, что все, значит, переходим к выкопке. Выкапываем не у самого основания куста, а отступая, ну, я не знаю, сантиметров 15-20 хотя бы от этого. 20-то и то, наверное, еще нет, мало. Нет, вот ну, да. Ну, сантиметров 30, потом не вытащить его будет. Да. Вокруг куста. Да. А стараясь, значит, сохранить больше корней. Но вы сначала выкапываете по бокам, а потом снизу. Значит, а вот я хочу как раз сказать, корни ягодных кустарников, ну, сантиметров на 80 всяко уходят. Потому что, когда мы решаем, садить или нет ягодные кустарники, и смотрим уровень грунтовых вод, для них берется уровень не меньше, чем 1,5 метра должно быть до земли. До земли, говорю. Вернее, до воды. Вот. Поэтому, ну, все равно какую-то часть отрезаем. И вы, получается, что у нас в земле останутся самые впитывающие корешки. Вот в чем сложность. Значит, тут же выкопали и тут же перенесли в новую посадочную яму и посадили. И хорошо полили. Причем даже неплохо будет, если вы сначала польете в яму, потом поставите, ну, не так, чтобы там болото устроить, потом поставите, по всем правилам засыпите яму. Ну, как мы садим растения? То есть на удобрение не ставим. В яме должно быть земля, перемешанная с удобрением, потом небольшой слой без удобрений. И тогда мы, значит, ставим, расправляем корешки, какие, как у нас получается. Садим на такой же уровень, как было, ставим в посадочную яму. И засыпаем землей, подготовленной для засыпки. Обычно для того, чтобы засыпать яму, верхний слой почвы при выкопке ямы кладут в одну сторону, нижний в другую. Нижний потом перемешивают, верхний слой почвы идет вглубь ямы, а верхний слой, вытащенный из ямы, смешанный с удобрениями, идет сверху. Вот. Ну, это все известно садоводам, потому что если они садили там, то они знают, как садить. Я так думаю. Точно известно. Точно известно. Значит,
посадили, сделали вокруг лунку, потому что придется этот куст поливать почаще, для того, чтобы он это самое. И что еще я не сказала, упустила? Прежде чем вы будете его пересаживать, его надо на месте достаточно коротко обрезать. Для чего? Для того, чтобы уменьшить испаряющую поверхность. Потому что первое страдание начнется, впитывающие обычно корни, основания, окончания корневой системы остались на старом месте, значит, ему будет не хватать влаги. Ну и чтобы ему легче было приживаться, вот мы хорошо обрезаем ветки. Трудно сказать, потому что надо смотреть, ну, 3-5 почек на основных ветках. Ну, может быть, ну, до десятка. Это, в общем-то, по кусту смотришь. Ну, то есть, ну, как минимум треть надо обрезать. Да, не меньше. И при том мелкие слабые веточки сразу безо всяких обрезать и не жалеть. Кусты хорошо образуют новые ветки, так что это не жалейте. А на сильных ветках, ну, оставляете где-то от разветвления там 3-5 почек. А на основной ветке, раз мы на разветвлениях оставляем, на основной этой ветке там уже видно будет. Вот такое. Может быть, даже потребуется, если у вас очень светлое место, притенение на какое-то время делать. В общем, вот таким образом. Когда лучше пересаживать? Ну, конечно, лучше пересадить кусты вот сейчас, в сентябре. А почему? Им надо для того, чтобы прижиться, не меньше 2-3 недель теплой погоды. И можно даже не дожидаться полного листопада. Ну, начнется немножко, опадет, чуть-чуть виднее будет. Или даже если вы с листьями пересаживаете, тогда обрезка вообще сильная идет. Вот таким образом. Второй вариант. По первому все, да? Второй вариант. Если у вас куст большой, а вам хочется его пересадить, все-таки лучше его выкопать, разделить на, в зависимости от его величины, там, на 2 куста или на 3 куста, и самую крепкую молодую часть пересадить. Ну, а те две, как решите, либо выбросить, либо куда-то тоже посадить. А большой куст, уже старый, нет смысла на новое место пересаживать. Как? Ну, как делить? Чтобы корни были у каждой части, не только ветки. То есть вы для этого либо секатор используете, а может быть, вам придется пилкой распиливать. Это опять же зависит от вас. То есть у каждой части, которую вы отделили, должно быть достаточно корней. В принципе, это даже используют для размножения, деления куста, старого куста, на несколько новых кустов, маленьких кустов. Ну вот, вообще-то кустарники хорошо отрастают, вот как бы по моему восприятию лучше посадить небольшой куст и по новой его воссоздать, чем пересаживать старый. То есть даже 3-4-летний, и то его, наверное, можно разделить на 2 куста. Вот так вот.